Меня зовут Нестор Петрович. На экране он представал солнечным и радостным. Первая кинематографическая любовь моя – это Миша. Вы встали на ложный путь. Я заявляю вам это с полной ответственностью. Однако светлые роли давались ему нелегко. Мучительно рождался и самый известный герой артиста. Тот, который принес ему бешеную популярность и народную любовь. У него не было ни одного дубля, похожего на другой. То есть это было абсолютно два разных проживания. Он свято верил, что сюжет талантливо сыгранной роли мистическим образом может повториться и в реальной жизни. 99% актеров вынужденно заставило время, заставило общество, использовавшее нас на все 100%, отжавшее как губку и выбросившее из жизни. Звонок прозвенел. Он должен замкнуть эту шеренгу. Последний звонок Нестора Петровича. Михаил Кононов. В субботу на ТВ Русь.